Всем привет, с вами Ирина. Вспомнила, что давно вам не показывала свою уценочку, купленную за 40 гривен в огромном цветочном магазине, который называется Галсад. Я думаю, многие помнят эту уценочку. Так что мы растем. Вот такой у нас хороший листик. И мы очень активно растим корешки. Стараюсь вам показать, правда, то, что на улице солнышка нету и немножечко, возможно, да нет, видно, очень даже хорошо видно. Вот мы вот так вот растим корешочки уже по всему горшочку, по дну. То есть корни у нас растут очень даже, вы видите, они со всех сторон уже. То есть пока растение хорошенечко не укоренится в горшке, пока не подрастит листики, пока не окрепнет, такое растение не зацветет. Поэтому растения очень умные, они просто так цвести не будут. Ну, иногда бывает, конечно, что из последних сил цветет, но вообще правильно это, когда растение наращивает корешки, а листики укрепляются, набираются сил, и тогда уже пускает цветонос. Так что эта орхидеяшка растит очень хорошо листики, корешки. Вы видите, листик у нас как солдатик. Она у меня стоит вот так, к свету повернутая, и листик у меня вот таким вот образом стоит. То есть он не идет на бок, не ложится, а вот именно вот так вот прямой. Вы видите, как он интересно растет. Ну, вот так вот ему нравится. И ничего уже с ним не сделаешь. Вот так вот она стоит и растет себе. На листике механическое повреждение, то есть это была трещинка, возможно, где-то в дороге примяли, ну, то есть вот такое вот механическое повреждение есть, но, тем не менее, листик от этого абсолютно не страдает, не желтеет, все хорошо, и вот с такими механическими повреждениями уже, к сожалению, ничего не сделаешь. То есть, ну, вот растение будет с таким вот повреждением, ну, на рост, на цветение, на все остальные процессы. Вот это механическое повреждение, оно ни на что не влияет. Так что мы такие вот, с таким вот механическим повреждением, но мы такие вот особенные, мы хотим жить, мы растем. Так что все у нас отлично. Я думаю, что следующее видео я вам обязательно покажу, как это растение уже выпустит цветонос. Потому что каждый раз показывать одно и то же, как вот показался листик, как он подрос немножечко, потом вот он еще такой. Ну, я думаю, что не всем это интересно. Вот, так что я уже покажу, как будут уже такие явные какие-то изменения у этой орхидеюшки. Также еще меня просили показать орхидейку-деленку, как она себя чувствует на сегодняшний момент, как низ, как вверх. Но дело в том, что растение растит корни и напрочь отказывается растить ни цветоносы, ни детки, абсолютно ничего. То есть показать я вам, конечно же, покажу, но изменений абсолютно никаких в этих растениях нету. Растение настолько просто было, видимо, перекормлено, что цвести оно отказывается абсолютно. И ни просушки абсолютно ничего не помогает. Поэтому я решила оставить растение как есть. То есть не будем испытывать судьбу, мучить растения не будем. Ну и вот не хочет оно цвести, но значит не будет. Будет расти листики, корешки. Ну а там посмотрим, возможно, она думает или передумает, не знаю, как правильно выразиться. И, возможно, подарит нам цветоносик, но пока что мы без изменений. Так что показала я вам свою уценочку. Если я где-то что-то забываю вам показывать, вы мне пишите, напоминайте, потому что я могу написать вам, что да, обязательно сниму видео, закрутилась, забегалась и совсем-совсем забыла. Так что если вы хотите, чтобы я о чем-то вам рассказала, то пишите, напоминайте, не бойтесь, потому что, ну, бывает, что забываю. Так что на этом буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.